Ну вот мы на привале, там, где нож и должен применяться по своему назначению. Вот. Легендарный нож Вишня, нож разведчика НР-43. С практически оригинальной рукоятью. Именно зеленый, ничем не отличается. Вот его назначение. Резать колбаску. Колбасон режет просто песня. Так, Серег, надо еще на раз оставить. Там еще на ход вверх. Оружие постреляли как бы. Вот для чего нужен нож на привале, если зверя не обдирать. В принципе, вот он, ну как охотничий, как не охотничий, как втыкается он, видели. То есть даже там, я не знаю, там расположение сижа. Все. Как бы. Ну нож настолько легкий во втыкании, потом развесовка очень хорошая. То есть у него нету неостаточных никаких этих. Он вон насколько вошел. Втыкать его может научиться даже ребенок. Баланс идеальный у ножа. Все-таки вишня есть вишня. Классно. Прямо хулигану, можно сказать, в глаз. Все-таки товарищ Сталин, когда принимал этот нож на вооружение, он знал, что он делает. Вообще замечательно ходит. Это учитывая то, что они умеют втыкать. Развесовка. Даже ребенок сможет ее втыкать.